Ну, мы действительно сидели 7 дней в подвале. Мы такие бои были. Мы сидели 7 дней в подвале. Вообще мы с подвала, можно сказать, практически не вылазили. Потом, предложили нам эвакуацию, но уже невыносимо было, мы бы не смогли тут быть, понимаете? Мы сели и уехали. Жила я у сестры там на квартире. Вот. В декабре нам первый коридор давали, уже было там у нас, мы тут разворованы были, разбито. Ни матрасов, ни паласов, ни ковров, ни телевизоров, ничего этого не было. Вот. Вернулись мы, нам уже боевые действия закончились в феврале. Муж вернулся 26 или 25. Я вернулась 12 марта. Все вот это, замки расстреляны, все разворовано, ни хозяйство, картошка поморозена, все пооткрыто, все порастреляно, замки порастреляны. В общем, все позабрато. Нету ничего. Жили мы хорошо. Жили, пенсию получали, все свое с огорода были у нас, все, овощи не купляли, кроме вот молочка пойдем, коров держали, молока купим. Вот. А потом что, сынок? А потом началось. Все с погреба вытащили, закупорку, картошка померла, все. Ну, кто здесь был? Украинцы, ДНРовцы. Кто здесь был? Это не только у меня, я езжу, все побороло. Вот осталось, вот Маша, вот это все, вот это. Так что мы, видите в чем, вот, видите, все разбили. А жили ж мы как хорошо. Пенсию вовремя давали, потом был наш президент Янукович, потом испугались все, утекли, оставили нас, да и все. А это еще лучше, руководители. Все можно сказать. Как сейчас с гуманитарной помощью на поселке? Красный Крест привозил, и так привозили. А здесь еще дает этот Ренат Ахметов в Шахтерский. Но только надо ездить туда. Вот так. Обижаться не будем. Гуманитарку хорошо давали. Вроде как завтра у Красный Крест одежду, что ли, привезет. А потом еще 30 апреля, что ли, привезет. Так что все вертаются до дома, а вертаться некому. Некуда. У кого что есть. Осталась кухонька в кухоньке. Вот такие дела. Я житель Никишина. Я просто-напросто хочу, чтобы помогли восстановить дома, которые остались. Которые остались. Хотя бы немного дали, шифер помочь. Не ломили цену на такие шифер, стройматериалы, чтобы сделать крыши как-то, восстановить дома, которые еще можно. Вот. Но в данный момент, что нам привезли? Вот мне лично дали 2 мешка цемента по 25 килограмм. Что я ими сделаю? Аж ничего, ровным счетом. 10 этих досок. Ну что я ими сделаю?